Многонациональные военные учения в Иордании подходят к концу. В ходе 12-дневных маневров под названием «Нетерпеливый лев» около 8 тысяч военнослужащих из 19 стран, большинство которых американцы и иорданцы, отрабатывали приемы обеспечения безопасности границ и ведения спорадических боевых действий. Последняя фаза учений проходила в районе города Эль-Кувейра, недалеко от сирийской границы. «Маневры – это самый лучший путь укрепить безопасность в регионе, что мы и видели своей задачей», – заявил представитель американского контингента Уильям Лешер. «Также мы намерены развивать наши отношения с Иорданией, различными родами ее войск, включая флот, и мы хотели показать, что мы можем действовать сообща». Несмотря на то, что официальные учения не связываются с ситуацией в Сирии, возможное разрастание вооруженного конфликта рассматривается как одна из угроз национальной безопасности Иордании. В связи с этим, как стало известно, Пентагон принял решение оставить Оману зенитно-ракетные комплексы «Патриот» и несколько истребителей F-16.